Итак, всем привет, с вами Марина. Сегодня будет видео о моих покупках за эту неделю. Первое, то, что я купила, это вот такие сережки. Здесь 63 шарика. И они как бы сделаны необычным цветом, немного серые, серебряные, там, необычные цвета. Здесь типа сделаны узоры, а внутри ничего нету там. Ну, такие они легкие очень. Вот. Так вот. Это была моя первая покупка. Вот. Так. Следующие это вот такие сережки. Они перекрещиваются двумя кольцами. И типа здесь вот зацеплены какой-то вот штучкой здесь вот. И они сделаны, ну, как бы цветом они каким-то молочным, ну, отдают немного розовым еще. И здесь типа вот бриллиантики. Значит, следующие вот такие вот сережки. Так. Следующее, то, что купила, это вот такие сережки. Они круглые, большие достаточно. Это я их в редком случае одеваю, потому что неудобно у них, они большие. Здесь вот закрепляется вот так вот. Вот. И, значит, здесь половину есть бриллиантиков, здесь половину нету. А также и внутри. Вот здесь вот есть бриллиантики внутри, а вот здесь вот нету. Ну, как бы половина есть, половина нету. Значит, вот такие сережки. Так, следующее то, что я купила, это вот такой браслет. Он шумит, если вы слышите. Вот, значит, вот такие, ну, такой браслетик здесь. Серый цвет. Чаще всего и серебряный. Белый, можно сказать. Здесь все зависит от того, что здесь пустой камушек, типа вот такой. И здесь кольцо, которое отбивается об эту штучку и получается вот такой замок. Значит, вот такой браслет. Он немного большеват, но ничего. Сойдет. Так. Следующее, что я купила, это прикольненькая, очень классная подвеска. Она мне очень нравится. Значит, здесь вот такое сердечко. Вот. Здесь хотели изобразить, наверное, несколько сердец. Как бы сделаны здесь вот еще бриллиантики. Вот так вот. Здесь как бы несколько сердечек вот сделано. Ну, такая она вот длинная. Вот. Она мне очень нравится. Такая обычная, простая. Так. Следующее, то, что я купила, это лак, который кидается в глаза. Такой вот ядовитый желтый цвет Стикс. Я его купила для того, чтобы его красить летом, потому что солнечная такая погода, и охота что-то яркого там, светлого такого. Значит, это номер 100, оттенок 36. Вот. Значит, вот такой лак. Здесь у меня сейчас несколько бутиксов и один лак там другой фирмы. Следующий тоже, который кидается в глаза, наподобие такого желтого цвета, только зеленый. Тоже очень яркий. Вот такой вот. Номер 102, оттенок 44. Стикс. Следующий лак это прозрачный, тоже Стикс. Вот. Я им немного пользовалась, потому что очень хороший, классный там. Значит, номер 97, оттенок 12. Или 21, 2, что ли. Ну, короче, с одним и иду. Следующий черный лак я вам показывал, но покажу еще раз, мне не лень. Номер 29, оттенок 41. Вот. Следующий лак у меня белый, я его тоже показывала. Номер 26, оттенок 13. И тоже Стикс, такой серебряный. Номер 28, оттенок 12 или 21 опять. Вот все Стиксы. И следующий лак у меня 3D Prism Colors. Вот такой вот розовый цвет. Здесь как бы типа сначала прозрачно-розовый цвет, а потом блестки разных размеров, там узоров. Вот, это 53 оттенок, а номер не написан. 55 что ли вот номер. Значит, вот это лаки. Это были все лаки.
Следующий, это у меня вот такие белые блестки. Вообще здесь написано, что это тени для век, но я их использую для ногтей. Сначала я покрываю прозрачным лаком, а потом сыплю немножко на ногти вот этими блестками. Мне не очень нравится, потому что белый переливается розовым, зеленым, голубым, там и всеми остальными цветами. И когда я накрашу, вот посыплю вот эти блестки, то сверху еще покрываю прозрачным лаком, чтобы было красивее. Так, значит, такие блестки. Я не помню, вам показывали эти блестки голубые. Final On. Ну, еще раз покажу. Здесь это написано, что это декоративное украшение для ногтей. Номер 8. Темником не написано. Вот такие блестки. Так, это все про украшения и лаков. О, давайте перейдем к одежде. Это мы переносим вот сюда. И переносим сюда. Блестки сыпятся здесь. Так, следующая, это у меня одежда была вот в таком магазине. Вот так вы видите. Значит, вот журнальчик. Модис. Там очень классные одежды. Но мне там выбора, можно сказать, вообще нету. У меня... Мне понравилось вот такое платьице. Вот только самое классное платье из всех, которое там было. Вот. Ну, и остальное будем говорить сейчас про мою одежду. Так, значит, одежда была вот такая. Так, это не одежда, подождите. Вот такая майка. Красная. Сейчас, секундочку. Вот такая вот красная майка. На обычном, конечно, вы извините, что мятая. Я просто ее только что достала из шкафа. Размер 140. И она как бы типа из толстой ткани, можно так сказать. И здесь как бы типа две туфли с объемными бантиками. Здесь синий, а здесь белый. Вот. Еще тут здесь по-английски написано Gather Mission. Короче, не умею я на английском читать. Короче, майка такая красненькая. Ну, она не понравилась. Извините, немного приболела, у меня сопли. Так. Это первая покупка в Модисе. Извините. Следующая, это у меня вот такая желтая майка. Вот. Здесь различные девочки, размер 146. На 6 размеров побольше. Прекрасный. Так, значит, здесь вот давайте рассмотрим девочек. На заднем плане мы видим города, домики. Вот, типа, здесь такие разные девочки, они повторяются, но только они уже разными там цветами раскрашены уже. Ну, вот такая майка. Вот. Так, следующая майка, это на мне сейчас. Она мне очень-очень нравится. Посмотрите, здесь много-много всяких сердечек различных. Если посмотреть, то здесь красные блестки есть немного. Вот красные и белые. Значит, здесь еще типа вот сделана вот такая вот пуговка вот с этой штучкой. С двоих сторон. И я, по-моему, 140 размер, что ли, здесь. Ну, что-то там связано с 140 с чем-то. Так, следующая, это вот такая маечка. Сейчас, секундочку. Вот. Это борцовка. Вот такая, да, здесь типа нарисован такой же рисунок, что и впереди, только черно-белый. Значит, здесь изображено вот такой голубой бантик на булавке. А булавка, типа, вот здесь вот у нас сердечко, вот. Здесь вот. Сзади там какие-то типа полосы, штриховки, узоры какие-то. Здесь еще вот, по-моему, розовый бантик на булавке и пуговицы, голубые и розовые. Такой нежно-розовый цвет мне понравился. Такая вот легкая майка, борцовка. Следующее, это не одежда, а предмет. Вот, как будто такая повязка на голову, что ли. Здесь вот много-много, если посмотришь, вот такие вот штучки. И сзади вот такая черная. Она надо использовать все. Вот так вот сейчас, подождите. Вот ее надо разровнять, вот так вот.
И вот так вот одевать на головы и за уши. Вот так вот. Ну, она выглядит вот так вот. Это, к примеру, если идешь с распущенными волосами, чтобы не одевать ободок, там или что-то другое, можно одеть вот эту резинку. Так. Следующая, эта сумочка, по-моему, к центру. Вот такая вот сумка. Она была очень длинная у нее, как бы, типа, вот эта вот ручка была, я ее немного подвязала. Очень большая просто была, где-то вот здесь она у меня шаталась, вот, неудобно было. Здесь одно отделение, и здесь как бы типа на заклепке, на магнитике, вот. Смотрите. Вот здесь вот она так открывается, и здесь вот отделение. У меня здесь уже кошечка лежит, совсем ненужная. Вот с грамотем, мои нотки, черная ручка и шипучка. Ну и, конечно же, 50 копеек. В каждой сумочке найдется 5 или 10 копеек, или 5. Ну, эта сумка мне очень понравилась, потому что она сделана, типа, вот розовым цветом, она подходит к моей борцовке. И здесь еще как бы, типа, вот немного собрано. Вот. Ну, сделано специально. И нравится то, что она очень легкая, маленькая, там можно положить, можно кошелек, телефон, ключи и все остальное. Вот сумочка. Так. Сейчас. Что у меня следующее это было? Следующая у меня вот такая книжечка. Только я, конечно, не в моде, не в центре ее покупала, а на АТП. Вот такая книжка. Здесь как бы типа иногда пишется по-английски, иногда на русском. Здесь как бы типа прикольные такие вот надписи там. И нарисованы звери. На обложке нарисована типа такая собачка, которая ебает. Вот. Значит, вот открываем. Называется «Домашние любимцы». Мне эта книжка очень понравилась. Здесь много рисунков. Значит, вот здесь идет вот так вот. Собаки здесь, кошки всякие, надписи, вот «Божья коровка» здесь, ну и так далее. Вот, начало вот так вот выглядит. Две кошечки смотрят, как бы, типа, не знаю, куда вообще в небо, что ли. Так, еще. Господи, извините. Мне здесь понравилась эта кошечка. Она такая прикольненькая. Здесь написано, иногда для полного счастья не хватает только счастья. Ну, как будто бы здесь такие стихотворения, что ли, хоку или что-то еще. Вот такая кошечка. Ну, я, наверное, не показывать сегодня буду, потому что здесь очень много листов. Достаточно уж очень много. Написано, друг – это одна душа, живущая в двух телах. Аристотель это написал. И здесь такая вот миленькая собачка. Вот. Ну, как бы здесь... Я просто расчудесный, я самый лучший. Ну, типа вот таких вот. Я такой мягкий, пушистый. Вот такая рыженькая кошечка. Ну, как бы, типа, вот здесь будут кошки, собаки всякие разные. Вот это мне вот больше всего прикалывает. Не знаю, что здесь записано. Обожаю шопинг и гламурные тусовки. Ну вот, короче. Так, следующее это такая вот немного страшненькая кошечка. Опять такая же, но немножечко другая. Вот такая. Две кошки. И как бы здесь очень классная страница. Мне это очень нравится. Здесь был... Господи, прикалывается там крупненько. Вот, типа, они здесь дерутся, что ли, может, так сказать. Мне вот это вот еще прикалывает, еще. Классненький. Потом, вот. Ну, неужели эти глаза могут лгать? Такие яркие, зеленые, прям классные такие. Так, следующее у меня здесь вот. Собачка вот, кошечка. Короче, здесь много всего. Такая собачка с яблочком. Такая тоже миленькая кошечка. Ну, вот это мне прикалывает. О, хозяин, давай играть. Здесь написано. Так, следующее здесь. О, календарик. 11 мая, пятница. Начало на резке 10 мая. Ну, здесь много всяких различных картинок.
Мне это очень понравилось. Надписи здесь очень классные. Цена 100 рублей. Ну, сзади вот так вот выглядит. И сзади тоже обложка вот такая вот. Значит, это была вот такая очень классная книга. И это были все мои покупки за эту неделю. Всем пока. Кому понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал ниже и пишите замечательные комментарии внизу. Всем пока.